Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Звездные войны, Павший Орден. Это у нас, как там он называется, Star Wars, Jedi, Павший Орден. Короче, очень длинное название. В прошлой серии мы научились делать толчок. Бэм! Теперь мы почти как настоящие джедаи. Осталось только обучиться офигенно драться на мечах. Будем просто непобедимы. Я думаю, что я его прокачаю. Я Кэла прокачаю просто. Вот мы что, сами открыли путь для Империи? Под самую макушечку я его прокачаю. Пошел нахер отсюда. Давай. Не пойму, что это. Пошел нахер отсюда. Я его и второго скинул. Так, ладно. О. Сейчас могу толкнуть. Блять, я же мог оттолкнуть. Давай еще одну. Давай-ка сюда еще одну. Быстренько. Заряжай. Бам, вот отлично. Бам. Еще и гранату кинул, сука. Да я с ним один, очень неудачно я все это сделал. Хорошо, хорошо, что эти ракетные удары... Хорошо, что ракетные удары наносят урон не только по мне. Так, откуда идет ракета? Так, я отступлю. Мне нужно отступить, перегруппироваться. Я же сейчас умру просто. Сука. Еще и в спину стреляет, падла. На, блядь. Я не отстану. А, у меня закончилось... А почему ты на этого чувака не хотел? Ну давай, стреляй. Ну давай, стреляй, блядь. Ты сейчас от этого умрешь. Ба. Сохраняйте равновесие. Мне послышалось, что где-то был ракетный удар по мне. А почему до меня его ракеты не долетают? Короче, я резюмирую. Начало серии супер неудачное. Супер неудачное. Просто супер неудачное. Очень плохо начали серию. Я надеюсь, что дальше пойдет получше. Сука. Дай мне сюда лекарство, пожалуйста. Пойдем заберем этого, блин. И нормально начнем. Как-то они на меня кинули кучу врагов с самого начала. Слушай, что нечестно, блядь. А, это я задерживаю, когда держу точно. Я и забыл, что можно здесь задерживать. А, нельзя сюда прыгнуть. Так, как мне его достать? Туда прыгнуть нельзя было. Я вижу тебя там, внизу. Сейчас мы восстановим свою энергию. Но, правда, я врагов восстановлю тогда. Да. Слушай, мне интересно, как это работает? То есть давай вот сейчас ради прикола мы возьмем матч-реванш. Медитировать, отдохнуть, они все восполнятся опять здесь, и я их всех опять почикаю. Я хочу посмотреть. Я восстановил себе хилку, я восстановил себе, в принципе, здоровье. Побежали еще разочек. Еще один матч с ними. О, точно, они все здесь. И там базука, и базука теперь там, окей. А возле меня теперь базуки нету, значит. Ну, ладно. Да отцепись ты, блядь, вот бесит этот автоприцел. Нужно отключить как-то это автоприцеливание. Блядь. А, он меня не успел меня покоцать. А где он? Выходи. Давай. Он очень долго собирается бить. Очень просто долго. Мне не нравится эта боевка. Она, конечно, все очень круто выглядит, но прям с такими задержками сумасшедшими. Я не знаю, мне может как-то посмотреть в управлении, там может какие-то, блин. Что здесь может стоять? Да вряд ли здесь что-то такое стоит. Знаешь, типа пункт. Погоди. Замедленное управление. Ну, я потом покопаюсь. О, между сериями. Что-то было. Так. Что я хотел посмотреть? Световой меч. А я же здесь не могу его точно изменять. Я и забыл. Я почему-то сейчас захотел вкачать немножко светового меча. Так, с этими мы всеми разобрались. Куда мы вообще сейчас двигаемся-то? Куда мы идем? К чему все это? Ой, я же говорил в прошлой серии. После работы голова просто квадратная. И вообще не соображаешь, что ты делаешь. Так, на выход, наверное, правильно?
Прям вот так вот оббегать всю карту заново? Да ладно, нету быстрого среза никакого. Обидно. Ладно, побежали. Окей, хорошо. То есть мы сейчас должны полностью вернуться обратно. То, откуда мы, в принципе, начинали. Зато мы можем сейчас залезть вот сюда. Класс. Огонь. А, это и есть быстрый срез. Ладно, пардон. Зря выканул, извините. Зря выканул на игру, что она не предоставляет быстрых срезов. Вот он. Вот же он. Что это? Продолжить раскопки. Мне нужны редкие артефакты, а не всякий хлам. Раскопки в ледяной пещере. Ну, я не буду читать, что ей были нужны редкие артефакты, а не всякий хлам. Надеюсь, что сейчас не будет каких-то канатов, с которыми мы столкнулись в прошлой серии. Потому что, видимо, канаты меня прям побеждают. О, ветерок. Прекрасно. Это было просто замечательно. Изумительно. Я даже не понял, что прошло не так. Я, видимо, зря нажал на удар. Нужно было просто туда перепрыгнуть, а потом нажимать уже спокойно себе на удары. А, его здесь уже нет. Ты видишь? А куда ты упал? Что это было, блядь? Кэл, ты чё, блядь? Кэл! Ты меня подставляешь. Я и так не в лучшей форме, а ты мне не даешь нормально играть. Никто что-то смотреть не будет, Кэл. Все сейчас просто возьмут и выйдут с ролика. Не, ну ты смотри, если я увижу, что здесь был большой процент слива... Ну, блядь, Кэл... Мы с тобой будем по-другому разговаривать. Ага. А, прекрасно. Прекрасно. Что от тебя хочет игра в данный момент, да? Ли? Спасибо. Штурмовик-охотник. А я таких уже встречал. Ледяные пещеры. Так, ладно, у меня сейчас будет возможность, в принципе, поквитаться. Нет смысла восстанавливать здоровье, оно у меня почти полное. Я их сейчас разъебеню просто. Все, я собрался с мыслями. Мне вообще, конечно, таблеточку от головы какую-нибудь выпить. У меня голова что-то заболела. О, прекрасно. Ну, то есть с тобой сразу сражаться. Ага, ему пофиг. Ему было пофиг. То есть доморозка на тебя тоже не действует. А, нет, действует, просто тогда ему было тоже пофиг. Ну все. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, мы и разобрались. Просканируешь? Почему ты не натравил их на империю? Спасибо. Джотас. Сильный, но медлительный зверь. Уклоняйтесь от его ударов и сразу же бейте сами. Быстрые и непредсказуемые атаки могут сбить это существо с толку. Я нашел способ попроще. Берете, замораживаете и просто бьете. Все. Никаких больше навыков здесь не нужно. Я туда не допрыгну. Хотя там ящик. Ладно. Пойдем разберемся сразу с этими, с имперцами. Ой, все. Все, разобрался. Мастер по разборке. Куда мне прыгать, блядь? Он пока вот эти все свои, блядь, вот эти вот, нахуй, все вот это вот, блядь, не поделает. Следующее действие он принимать не хочет. Да ёпта, блядь. Это ж надо было, блядь, так попасть. Просто пиздец. Ювелир, нахуй. Ай, блядь, тут стенка. Не в ту сторону. Хоть перезагружайся. Хоть перезагружайся, но честно. Чё за хуйня, Кэл? Так, после того, как устойчивость блока Кэлла окажется на нуле, герой какое-то время будет оглушен и сильно уязвим. Прекрасно, блядь. На, нахуй. Да какого хрена они умеют тоже контратаковать? Это вообще несправедливо. А их надо разбирать просто как этих. А, ну, блядь, конечно, необходим щуп, блядь, вот этой хуйни. Где мне его взять? Я не туда куда-то пошел, да? Прекрасно. Я поехал наверх. Я не исследовал всю пещеру. Ай, да и хер с ней. Все, хер с этой пещерой, едем дальше. У нас вообще следующая планета как бы впереди. Нас ждет следующая планета. Там ждет основной сюжет. Хватит размениться на всю эту хрень.
Я кроме опыта здесь ничего не нахожу. Опыт мне дает просто дополнительно какие-то умения, которые тоже, блядь, я не умею применять. Это не моя вина. Все, это все виновата игра. Чешется нос. Долго едем. Спасибо, что доехали. Барянчик, ты что-то нашел? Ну, рассказывай. Один только барянчик мне в этой игре не подводит. Ну, серьезно. Оборудование для раскопок. Имперское оборудование для раскопок. Слой пыли свидетельствует о том, что оно тут уже давно. Я туда не поеду, блядь. Чисто в теории можно вернуться вниз. Какой смысл мне от этого? Я вообще смысла никакого не вижу. Господи, как ярко. Мало того, что и так голова болит, еще это по глазам бьет. Отзвук. Это что? Это этот штурмовик? Это клон, скорее всего. Крики и звуки обрушения стен. Так, давай-ка мы эту дверь откроем. Его погубил обвал. Имперские раскопки делают туннели нестабильными. Не, ну, блядь, конечно, еще как бы нестабильными. Так, смотрите, произошел монтаж, потому я нашел все-таки. У нас был, оказывается, я сделал игру себе поудобнее. Чтобы управлять этим устройством, необходимо починить щуп-адаптер. Меня начало бесить то, как в игре двигается персонаж, и я начал подозревать, что я играю не в 60 кадров, а в 30. Зашел в настройки, и действительно, я играл в гребаный режим графики. А мне графика-то вообще по барабану. Просто до одного места мне эта графика. Я хочу режим производительности. И управление стало просто шикарным. Он реально стал лучше двигаться, четче отзываться на мои команды. Поэтому сейчас все пойдет совсем по другому плану. Совсем по другому сценарию. Я врубил режим нагибатора. По-другому я это не могу сказать. По-другому я это никак не назову. Не назову никак. Для этого, правда, приходилось выходить в меню, поэтому у нас небольшая перезагрузочка была. Ну, давай. На, сука. Я просто монстр. Просто монстр по уничтожению вот этих имперцев. По-другому я их никак не назову. Так, у нас там контрольная точка. Подожди, или это отзвук был? Или это была контрольная точка? Я чуть не помню. У нас контрольные точки вроде не фиолетовые, правильно? Вот так вот сюда. Мне эти всегда режимы графики были вообще до одного места. Я люблю играть 60 FPS. Вот что мне нужно от этой жизни. Потому что, в принципе-то, как бы разницы вообще почти никакой. Чё-то, отойди на. Разницы почти никакой нету. Кстати, я выключил дрожание камеры, и вроде вот то, что дрожания камеры нету, как-то не очень прикольно, да? Может, потом дрожание камеры включить? Так, аккуратненько. Нет, дай-ка я включу дрожание камеры обратно. Так, настройка, графика. А нет, включена. Можно, кстати, вот эту какую-то фигню еще включить. Зернистую пленку, размытие в движении. Я это не пробовал. Давай по приколу все тыкнем. Вот, режим производительности был, оказывается, он выключен. Поэтому сейчас мы играем в четенькие. Сейчас играем в четенькие 60 кадров. Обожаю. 60 кадров это вообще мое любимое. О, какой-то человек в доспехах. Еще я, кстати... Выключил автоматически, сука. Выключил автоматическое нацеливание на врагов. Сука. Ах ты мразь тупая. Ударь его, блядь. Мне нужна помощь. Бросай. У него есть стики. Да, у меня есть стики, представляешь? Нужно пробить его защиту. Блять, у меня сейчас закончится на защиту все. Давай. Блин, ну вот этот черный вообще просто бесючий какой-то. Иди отсюда. Есть, я его выкину. А с тобой я честно буду сражаться. Хорошо, так уж и быть. Ну давай. Ну давай. А, ты ждешь, пока я нападу? Хитро. Встань, блядь. Ну давай, напади. Со спины. Ты видал, как он умеет? Ну давай. Ему пофиг вообще на контратаке. Все, я добил этого чувака с черных доспехов.
Я только что убил штурмовика в черно-красной броне, такого же, как на браке. Штурмовик-охотник. Их цель — выслеживать джедаев. Ну еще бы, блядь. На подходе инквизиторы? Возможно, но мы далеко от браки. Они могут решить, что хватит и штурмовиков-охотников. Или они намеренно тянут время. Будь начеку. Вообще просто замечательно. На меня отправили охотников на джедаев. Во! Охуенчик, блядь. Просканируй, пожалуйста, пила. Посмотрим. Для раскопок. Что это такое? Назначение пил для раскопок — вгрызаться в недра планет, обеспечивая империю доступ к тайнам, скрывающимся на глубине тысячи километров. А, то есть это их специальные раскопочные механизмы. Блядь, он пропал, я не успел его отсканировать. У меня не будет записи в этом в журнале. Ладно, в следующий раз, когда я с ними столкнусь, я его обязательно тренирую. Знаешь, ты, когда тебе игра подкидывает сильного врага, мы теперь будем встречать этих сильных врагов просто одного за одним, 100%. Поэтому не расстраивайся. Отзвук. Отличная находка. Я должна оценить ее лично. Они здесь что-то интересное нашли? Поиск артефактов. Рабочий выронил этот инструмент от радости при виде загадочной находки, обнаруженной во время раскопа. Похоже, нашлось именно то, что искали. Что искали, блядь? Что они искали? Открыт короткий путь. Окей, спасибо. Так, я не понял, а что ты здесь стоишь? Давай помедитируем, сохранимся. Но почему там жердяй на месте? Я его убил в прошлой серии. В прошлой серии я с ним разобрался. Ты это увидел? Ты это видел, между прочим, ты мне свидетель. Кэл восполняет больше силы при убийстве врагов и восполняет немного силы при попадании по блокирующему противнику. Мне надо что-то явно с ударами делать. Мне нужно какие-то... Во! Выполнение атаки с задержкой после взмаха световым мечом позволяет Кэлу совершить особую атаку с увеличенной дистанцией поражения. X плюс X. Моя любимая комбинация. Два раза нажать на X. Идеально. Окей, это просто продолжение, грубо говоря... комбо твоего. Это просто продолжение комбо. Хорошо. Я с удовольствием буду использовать это продолжение. Мне нужно отдохнуть. Пускай восполняются все враги, я заново их всех почикаю. Мне нужно было восстановить мое здоровье. Что у нас здесь? У нас же здесь ничего нету, да? А, здесь ящик. О, прекрасно. Блин, как удобно, когда нет автоматической вот этой вот захвата на врага. Просто кошмар. Умри, блядь. Подожди, еще раз давай. Раз, два. А, вот про какую задержку они говорят. Смотри, вот он сейчас, он когда делает атаку, он в какой-то момент задерживается немножко, а теперь там есть еще один дополнительный удар. Нет? Не понял. Я что, только что получалось? Или мне надо вперед бить? Короче, у меня как-то получается, как-то не получается. Два раза на X, я всегда на X нажимаю. Если что, я просто постоянно нажимаю на X. Главное, вернись с добычей. Новый материал. Материал пончо, прекрасно. Так, давай сейчас с этим жердяем еще раз разберемся. Погнали. Ох ты, ёб твою. Серьезно, прилетело. Ему пофиг. Я все равно с ним легко разобрался, как в первый раз. Он просто пшонка, а не босс. Ты пшонка. Отсканировать. Я не понимаю, из-за того, что я в меню выходил, у меня не сохранились мои сканы? А, звук разрушения я сканировал. Имперские измельчители МК-270 играют важнейшую роль в проекте БУР. Так, как, чтобы пробиться сквозь ледяные преграды в системе пещер Зефа, необходима колоссальная мощь. Даже специализированные пилы Империи не справляются с этим льдом. Да ладно, это же лед. Это же даже не камень. Так, слушай, куда я ходил? Куда мне вообще осталось сходить еще? Мне определенно надо до тех вон ребят добраться. Как мне туда попасть? Я вышел с какого-то быстрого среза. А, ладно, подожди, придется идти тем же путем. Придется идти тем же путем, которым мы уже, в принципе, с тобой ходили. А это что такое? Куда это ведет? Подожди, что это такое? Перерезать. И... А, открыт короткий путь. Все, понял. Открыт короткий путь. Мы здесь уже ходили по этим пилам. Пошел. А, ясно, у меня закончилась сила. У меня, короче, толчки все-таки тратят силу мою. Так что мне надо прокачивать явно эту штуку. Не допрыгну.
Блять! А было почти так красиво. Я просто не учел, что этот диск движется совершенно в другую сторону. Я нажал. А, ясно, ясно. Надо нажать до, потом прыгнуть. Не сработает, если ты нажмешь в прыжке там или еще что. И, блин. Да боже ты мой, как это же, это, сука, меня раздражает, ты не представляешь. У меня же просто не осталось никаких нервных клеток на конец дня как-то злиться на это, но меня бесит это просто до глубины души. Атакуем, так и быть. Так и быть атакуем? Сука, да давай, блядь. Получай! Огонь по цели! Не могу его достать. Вставай, вставай, вставай. Ясно, нет способностей. Да нахер ты мне тут без способностей нужен? Отступаю! Так, минус раз. Осталось только тебя почикать. Это ты решил сказать не перед смертью, да? Слушай, я эти штуки не могу еще открывать. Угу, отлично. Так, куда мне, собственно, дальше, говоря, нужно? Сюда? Нет? Не, подожди. Мне надо к тем чувакам, я еще туда не ходил. Допрыгнешь, отлично. Все, козлик, стой на месте, я не буду тебя трогать. Или ты на меня все-таки решил бакануть, сука? Ну вот делать тебе нечего, да? Ясно. Ты решил убить козлика, да? Ага, прекрасно. Не успел среагировать. Или я их уже убивал? Я уже запутался, убивал я их или нет. Кстати... Твою мать, а! Ай, заебешь, я быстрее к тебе подбегу и убью. Я здесь был? Или я здесь не был? Нет, я здесь был. И дальше, если мы туда побежим, мы встретим этих черных чуваков. Я под местом раскопок. Имперцы забрались дальше, чем мы думали. Не время об этом беспокоиться. Они идентифицировали тебя как джедая с Бракки. Прямо сейчас они ищут богомол. Так это время. Перекинем богомол. Беспокоиться же, нет? Двигатель не стоит. Выброс энергии тут же привлечет их внимание. Я вернусь как можно скорее. Мне в теории да, надо возвращаться как можно скорее. Это загрузка локации, я знаю. Типа ты поднимаешься на лифте, у тебя-то прогружается локация. Но могли бы это как-то поприкольнее сделать. Эй, дай, пожалуйста, аптечку. Спасибо. Ты меня подлатал. Спасибо, браток. Мне не нравится, что при сохранении и при отдыхе восстанавливаются все враги. Это, блядь, что такое? Это чтоб, типа, скучно не было по 3000 раз бегать по одной и той же локации? Так я как бы и не планирую. Сохраняемся. Не буду сейчас отдыхать, потому что становятся опять враги. Смысл какой? Надо что-то сделать с энергией. У меня реально в бою заканчивается энергия, и я не могу делать нормальные комбинашки. Что? Удерживая замедление, позволяет на более длительное время, увеличивается максимальный запас силы. Давай. Максимальный запас силы однозначно нужен, потому что не хватает. Вот, ну, банально, я последние несколько боев слил только из-за того, что мне не хватало энергии. Сколько мне теперь ее? А, ясно. Сюда. Открыть. Это быстрый срез какой-то. Открыт короткий путь. Куда? Так вон же богомол, ёп. Но мы в теории можем сходить дальше и посмотреть, что там. Я хочу посмотреть, что там. Блядь, промазал. Ага. Окей. Я это сделаю. Хорош, блядь. Опа. Это просто чудеса эквилибристики, нахуй. И куда я приехал? Нахуя я это сделал? И что? Что? Я здесь был, блядь. Я только что отсюда выбрался. У меня здесь остались какие-нибудь задания? Я вообще не понимаю, как этой картой, если честно, пользоваться. Ладно, валим отсюда. Только я вспомню как. А, вот здесь где-то охраняли. А не лифт. Нет? А нет, это что-то новое. Подожди, так это другая локация. Нет, это та же локация. Просто я здесь не заметил, что можно... А, все, пардоньте, ребят, тупанул. Точно, лифт же вон там, сверху. И смысл какой был. О, я посмотрю, что же нам там припрятали в пещере. А мы здесь уже, оказывается, все посмотрели. Прекрасно.
Потраченного времени жаль. Пятикратно переваленный кал. Поехали обратно. Поехали в Богомол и на следующую планету. Все, с этой планеты для на меня хватит. Все, я устал. Едем дальше. Летим. Со сверхсветовой скоростью. Так, что у нас тут по свету вообще? Что-то смотрю, как-то темновато, да? Вот так, поярче сделать. Чтоб мне нахуй выжгло глаза. Обожаю просто. Лампы стоят же прямо напротив монитора, ни хрена не видно. Поэтому яркость на мониторе нужно сделать поярче. А когда будет белая заставка, мне просто сетчатка на свидос скажет. Скажет, Ваня, нахуя ты это сделал? А я скажу, надо. Это ради канала. Это все ради моих подписчиков, ради моих, моих друзьяшек, ради моих счастливых, прекрасных друзей. Все, валим нахуй отсюда. А, двоих сразу, красиво. Красиво, вообще отлично. Ну, кстати, в этой игре заметна разница между режимом производительности и режимом графики. Кэл, по нам стреляет шагоход, а оружие выведено из строя. Ага. Это он? Скажи ему, чтоб точил свой зад! Да я уже здесь. А, вот этого лучше завалить. Я уже иду. Давайте я лучше его завалю. Как его только заваливать? Я думаю, что эти гранаты можно будет в него пульнуть. Давай еще один залп по мне. О, прям на земле остались следы от взрывов. Ничего себе. Ну давай, пуляй. Будешь чё пулять, нет? Есть. Правда, не все, но есть. Ага, еще одна ракета, хорошо. Да все, я понял, как с ним сражаться. А вот этого я не предувидел. Так, ладно, надо на этом лучше сфокусироваться. А, ноги. У тебя ноги это основная цель? Что-то у меня не вышло. Так, все, побежали его рубить, короче. Добей ты его. А, я не на ту кнопку нажал. Световой меч, мой лучший друг. Все. Выпендривать какими-то бомбами, какими-то гранатами. Что-то пытаюсь... Отойди. Я и так выживу. А, все? Как-то это быстро было. Уязвим для собственной гранаты ракет. Бейте по ногам. Окей. О, выжил. И подпрыгнули. Он вообще прикольно еще вылазит из него. Чтобы они все знали, что это сделал джедай. Просто изрезал в мясо. Я уверен, что в будущем мы сможем кидать предметы. 100%. 100%. Валим отсюда. А ты неплох, парень. Еще как. Приемчики у тебя что надо. Хоть и этот подавал. Так скажи мне, что этот визит не был напрасным. Я нашел гробницу мудреца. Щуп я не нашел, поэтому напрасно. Они пользовались силой. Развитая цивилизация владеющих силой загадочно исчезла. Неудивительно, что Кордова стал так одержимыми. Что еще ты нашел? Прежде чем исчезнуть, Зефа посещали планету Кашиик. Теперь мы на Кашиик летим. Кордовый был друг Вуки, Тарфул. Может, мы его найдем? Кашиик, я... Слушайте, там все очень плохо. Империя прессует этих Вуки только так. Значит, будем готовы к бою. Чувак позитивно настроен, конечно. Кэл вообще оптимист по жизни, я смотрю. Я думаю, такая жизнь подходит тебе. Бой с шагоходом придал тебе уверенности. Так как ты справляешься? Имеешь в виду с силой? Да, с силой. Помню, ты говорил, что она может подавлять. Что ж, я все еще в живых. Не хочу об этом говорить. Да, ну, я понимаю. Лучше, чем ты думаешь. Почему ты решила перестать использовать силу? Она ее типа подавляла? Когда началось истребление, и наши клоны-штурмовики пошли против нас. Мой подаван и я взяли несколько юнлингов и подались в бега, но это было недолго. Имперский патруль почти нас обнаружил, поэтому я попыталась увести их от своего подавана, Трилы. Она осталась вместе с юнлингами. Но они поймали меня. И они пытали меня. Они хотели узнать об остальных и сколько нас осталось, но больше всего они хотели узнать о Кордове. И куда он делся. Но ты сбежала. Да. В тюрьме был бунт. Я получила шанс и воспользовалась. Пока не понимаю, при чем здесь сила. Но они почти сломали меня. То есть это психология, да? То есть и это как уже не та, что внутренние была. Ощущения. Твой подаван.
Она выжила? Нет. Откуда ей знать, интересно? Она ж не видела, как ее убивают. Мы потому и не можем сдаваться. Нельзя позволить, чтобы жертва самых близких была напрасной. Но она не может быть уверена в том, что она мертва. Ну, на самом деле. Она увела штурмовиков от них. Пока героя не убили у меня на глазах, я не верю, что он мертв. Поэтому... Так, царь делится ужасным воспоминанием. Ясно, мы это все читали. Мы можем пообщаться. Ага, мы можем поставить цветок, кстати, сюда. Я ж цветок нашел. Что это за штука? Что? Ты никогда раньше не видел террариум? Видел. Но разве там не должны быть растения? Ну так принеси и посади. Я был немного занят, возил тебя по галактике. Кстати, можешь отблагодарить меня семенами. Ты же ненавидишь природу. То, что снаружи, еще как. Но за достаточно толстым умбарским стеклом оно само совершенство. Ладно, посмотрим, что удастся найти. Ну я туда какие-то две ямки закопал, и все. Кажется, они в порядке. Ага. Две разные ямки, и все, здесь ничего нету. Они, скорее всего, будут вырастать потом со временем. Мне скажите, пожалуйста, я могу где-нибудь меч свой световой прокачать? Так, медитировать не хочу. Вот здесь могу? Да. Мы сейчас посмотрим, что ж мы там, блядь, понаходили. Целую гору всего. Давай цвет сразу же. Синий, зеленый, оранжевый. Может, с синим побегаем? Давай побегаем с синим. Я считаю, что надо побегать немножко с синим. Что у меня здесь есть еще прикольного? А давай вот этот. По классике сейчас будет. Так, переключатель. Соберем классический сет. А может, не совсем классический. У меня же муфт разных прикольных есть. И мне не нравится, что его световой меч, видишь, сломан. То есть у него в том конце как бы обрыв чего-то. Он сломал свой световой меч. Чисто теоретически он как бы должен вообще плохо работать. О, битва при Умбаве. Пускай будет. Материал. Золото не хочу. Не хочу золото, будет такой скромненький. Дюрасталь, медь, нет. Легированный металл. Все. И цвет синий, да? Все, будем по классике бегать синим цветом. Спасибо. Жалко, что я цветов для самого кристалла не нашел. Я думал, что я тут столько всего понаходил, что прям целая куча должна быть всего. Так, медитировать. Я надеюсь, что если я сейчас отдохну, у меня шаганок этот не отреснется, ну, снаружи. То есть ты такой, типа, отдохнул, он такой, типа, он опять атакует наш корабль, помоги, Кэл. Ты такой, да, блядь, еще раз. Нас ждет долгое путешествие. Полетели отсюда. Эти древние гробницы не простояли бы столько, если бы их легко было найти. Окей, я понял. Я вернусь. Да, ты и я. Вместе мы неудержимы. Так, у нас теперь Каашик. Отправиться. Надо долго держать. Стой, подожди. Бля, чуть на Багана не полетел. Мне надо на Каашик. Я уж подумал, что мне карта сама поставила верный путь, верную дорогу туда, куда все мне нужно лететь. Немало поистрепали богомола. Давай, лети. Будто раньше он был идеален. Раньше он был превосходен, а теперь... Ой... Не удивляйся, если я выставлю тебе счет. Кому? Кто-то на мели? Говорю, конечно, не без этого. Но я привык. Ты росла в достатке? Достаток для джедаев не особо важен. Она же джедай, да. Она юнингом была. Но было неплохо. Мы с ребятами знали, как развлечься без денег. Тогда-то я и научился играть в собак. В игру на кредиты? Странный выбор. Мы были детьми и ставили на кон всякую ерунду, от еды до камушков. Только вот когда мы выросли, все изменилось. Камушки перестали котироваться. Еще. Без всего этого галактика была бы лучше. Они друг друга не поймут. Мы выйдем из гиперпространства. Джедаи, они как, ну, как вера, понимаешь, они как верующие. Они верят в силу, верят в это вот все, в равновесие, поэтому они такие прям почти святые. А чувак тут про азартные игры говорит. Мы же не будем прорывать блокаду. Давай, прорвем блокаду. Случае, я настроила транспондер Богомола на передачу имперских сигналов. Эй, Грис. Да? Приглуши энергетический след и сделай вид, что мы свои. Как на браке, запросто. Рук мне и так хватает. Просто следи за сканерами. Ладно. Хорошо. Они типа как пролетят мимо?
Ничего не вижу. Они заняты чем-то на поверхности. Все чисто. Но получается, после того, как Империя как бы захватила власть в галактике, джедаи стали что-то вроде как партизаны, ну, то есть повстанцы. Они действуют в тени, они... у них нет армии, поэтому... ну, имперцам можно иногда и не опасаться, что, ну, на любой корабль они не шарахаются. Ну, корабль и корабль, летит и летит. Не тот, который мы ищем, это. И значит, и все окей. Империя разрушает Кашиик ради природных ресурсов. Ну еще бы они, блядь, не разрушали его. Вуки сделали рабами. Вуки? Лишили крова. Сука, я за Вуки порву, блядь. Вуки охуенные чуваки. Мы сейчас будем освобождать Вуки. Я думаю, что если здесь будет какая-то дополнительная миссия по освобождению Вуки, я ее обязательно пройду. Нас чуть не попали. Так, да, секундочку. Парень, ты вроде следил за мониторами. Партизаны. Вуки и другие напали на партизаны, хорош. К нам приближаются шагоходы. Тарфул может быть с ними. Он может быть где угодно. Например, он может быть в могиле. И мы там окажемся, если вяжемся в эту заварушку. У нас просто нет выбора. Да, дай мне и... пострелять. Полетели. Они погибнут. Нормальная тема, я и тебе говорю. Твой план? Мы главный герой, мы не умрем. Диверсия. Ну, я главный герой. На браке мы разбирали шагоходы. Я угоню один. Посмотри, мне дадут на шагоходе пострелять. Опять войны клонов. Капитан, давай к тем шагоходам. Что? Слушай, штурмовики используют их как боевой транспорт. Как будешь там, осторожней. Сейчас Грис-сюрприз покажет фокус. Эй, сделай одолжение. Все будет чики-пики. Не погибни там, а? Не парься. Добавлю это в план. Главные герои не умирают. Ну, в некоторых играх умирают. Так, парень, если готов, самое время. Но я думаю, что не в этой игре. Искупаемся, беди! Баян вообще за любую движуху. А где здесь шагомеры? Шагоходы, вернее. Или шагомеры, шагоходы. Они же шагают, ходят. Они ходят шагами, поэтому это логично очень название, между прочим. Баян умеет плавать. Красиво. Мы здесь, получается, будем тырить... нихер, эту штуку? Ну что, ты готов? Плыть быстрее, значит, плыть быстрее. Это мне, значит, к следующему надо плыть. Этот уже подкоцнут. Или нет, или все в порядке. Знаешь, что я еще хотел посмотреть? Здесь же есть еще, можно пончо себе надеть. Может, мы в пончо какой-нибудь побегаем? В красном, давай ради парикола просто. Костюма у меня два. BD1. Какую расцветку я нашел? Нет, мне эта расцветка не нравится. О, сейчас зеленая будет. Мы же сейчас, это, диверсанты. Бля, для богомола понаходил просто целую гору всего. Будет черный богомол у нас. Звездный истребитель. А понча есть у меня какая-нибудь защитного цвета? Блин, костюм. Темный давай тоже костюм. А понча... какой-нибудь темный надо. Мы же сейчас... у нас диверсия. Мы диверсанты, мы партизаны. Нам нужно быть... надо сливаться с местностью. Все. Закамуфлировались. Двигаем дальше. Я с помощью силы сюда полезу или как? Ну вот, я здесь. И как мне залезть? Может, заберемся наверх? Как? Как ты это предлагаешь сделать? Прыгнуть, что ли? Нет, он не хочет прыгать на него. На ногу эту тоже не хочет прыгать. Может, мне к следующему ехать? А, может, по этой лиане. Подожди, точно. Забраться. Вот так. Стрит на странную кнопку. Они, конечно, поставили забраться. Никогда так, на эту кнопку не нажимал. Куда теперь? Прыгать справа. На вот эти лианы, скорее всего, прыгать. Ага, хорош. Ну, наверное, сюда, я не знаю. Наверх? А, вот, все, вижу. Я. Ладно, попробуем еще раз. Ты че, Кэл? Я ни на какие кнопки не нажимал, я нажал наверх. Давай быстрее плыви. Хорошо, что он не может меня раздавить. Видимо, дно где-то там гораздо глубже, поэтому я могу спокойно под ним плавать. И... без проблем получилось. Я мастер паркура. Я играл в Assassin's Creed. Я знаю, как это делается. Повыше. Ну, вбок просто.
и наверх. А что ты здесь в прошлый раз упал? Сейчас вообще ничего не произошло. Я не понимаю, куда надо, правда, лезть? В голову, типа? И прыгай. Ну хорошо, ладно. Ну я надеюсь, что это должно быть безопасно, по идее. Не хотелось бы умирать здесь. Еще чуть-чуть. Так, дальше. Мы реально прям в морду полезем? Ага, на голову. Все, понял. Это очень был какой-то странный путь вокруг. И, блядь, ты еще дальше. Даже не на надо голову. Надо залезть наверх. Да все, я понял. Спасибо, что по мне не попали, ребята. Я вас за это очень сильно люблю. Войти. Ну, как бы клона мог и сам убить я. Так, и че? И куда дальше? А-а-а. Ты хотел эту штуку угнать? А, нет. Я думал, сейчас вылетит. Но было бы очень странно, если бы он гнал эту штуку вместо целого шагохода. Твоя очередь сообщать о потерях. L97240 на связи. Подтверждаем потери. С таких трое, погнали. Ты что-то заметил? Это тот джедай! Не дать ему уйти! Ну, кстати, у меня силы совсем чуть-чуть прибавилось, если честно. Размажем его! О, их можно просто добивать, когда они валяются. Так мне явно нужно это вот почаще использовать. И они как-то странно не заметили, что я пролез сюда, потому что как бы вот та комната, через которую я прыгнул. Вон, видишь, они там лежат, эти штуки. Поехали. Пора захватить управление. Мы не ожидали от них такой огневой мощи. Что у нас с корпусом? Дайте мне покататься, пожалуйста. Мятежников. Просто ведь... Какой-то галимой комедии просто. Ладно. Доложите обстановку, что у вас там? Вы нарушаете имперский протокол. Можешь этого заткнуть. 207. Прекратите, иначе мы... Так лучше. Погнали. Дайте пострелять. Сколько лазеров? И не говори. Я прям по морде ему накидываю. Должны были уже все там как бы разобраться. Есть. Идем дальше. Бам. Отлично просто. Огонь. Я надеюсь, что это не вуки. Я надеюсь, что это по мне имперцы сами. Еще кто-нибудь есть желающий по мне пострелять? А, пардоньте, ребята, это повстанцы. Извините, пожалуйста, не хотел по вам стрелять. Мне точно туда? Да, мне точно туда. Эй! Ты кто? Лицо у тебя какое-то знакомое, чувак. Я тут хотел идти. А ты кто? Тот, кто очень злит империю. Мы нацелились на ту посадочную площадку. Поддержка не помешает. Принято. Разозлим их еще сильнее. Самое смешное, что я просто как бы, ну, он просто прыгнул на голову какому-то чуваку. Здесь, меня здесь могло не быть. И он мог здесь нарваться вообще на что угодно. Очень странное управление, если честно, в этот момент в игре. Я просто на шару нажимаю какие-то кнопки, что-то происходит. Кто по мне еще стреляет? Просто огонь. Так, все. А, он дальше не дает идти. Он не дает дальше продвигаться. Мы стоим на месте, все. Вот эту штуку надо сбить. Чуть не улетел, ты че? Обратно, пожалуйста, сядь. Я не разрешал взлет.
Какой крепкий истребитель. Хотя, по идее, я в него саданул еще из тяжелого вооружения несколько раз. Лежать боятся. Летит прямо в нас. Что делать? Как бы эвакуироваться, скорее всего. Так, Барянчик, держись, пожалуйста. На Кэлла мне пофиг, главное, чтобы Барянчик все было хорошо. Все нормально. А, все, все, Барянчик в порядке. Кэлл сломал ногу, но это вообще меня не интересует. Мы сейчас типа объединимся с повстанцами. Не, ну вообще красиво получилось, мне понравилось. Хороший момент серии. До этого я лажал, конечно, очень сильно. Ты уж извини, конечно, за то, что я так сильно лажал. Но нужно делать ставку на то, что все-таки я после работы очень сильно уставший. Прям я не в форме. Не в форме, чтобы снимать. Мы с товарищами хотим перекрыть имперские пути снабжения. Шагоход, конечно, жалко, но иначе бы взлетел истребитель и всех бы хлопнул. Тарфула невозможно найти. Неспроста империя не может его обнаружить. Он борец за свободу? Настоящий борец за свободу. Так а вы не империя. Сопротивление Луки бьет по империи из теневых земель. Цере, Грис, это Со. Здрасте. Зачем вам Тарф? Дело джедаев. Джедаи мертвы. Не все. Ты забрал это у трупа? Это мне дал мой учитель. Эта площадка связана с имперским заводом, на котором трудятся рабы Вуки. По данным пора бы их освободить. Среди пленных есть партизаны. Я помогу им. Может, кто выведет на Тарфула? Шанс есть. Минутку. Богомол творит чудеса. Да, корабль отличный, пилот хорош, но он не создан для близкой поддержки. Мы будем здесь. Последим за имперскими каналами. Если повезет, перехватим сигнал тревоги. Спасибо. Мы с лейтенантами разведаем обстановку перед атакой. Присоединяйся потом. Ну, отлично. Мы сейчас будем атаковать на завод, где держат рабов. Просто прекрасно. Я хочу их всех освободить. Слишком геройская, конечно, музыка для такого, но да ладно. Так, знаете что? Больносная встреча. Войдя в атмосферу Кашиика, Богомол оказался вовлечен в сражение между имперскими силами и бойцами сопротивления. Полагая, что среди посредников может быть вождь Вуки Тарфул, Кэл спрыгнул с корабля, угнал Ат-Ат и привел его прямо к знаменитому мятежнику Со Герерия, который со своими бойцами проводил операцию по освобождению завода. Короче, все. Вот просто пересказывает всю серию. Нет смысла ее пересказывать. Спасибо, что досмотрел до конца. Я надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного, самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.